Здравствуйте, друзья! Пишем сегодня розочку. Целый букет у нас стоит в соседней комнате. Вот одна из них, особенно красивая, будет написана. Я ее сфотографировал, можете посмотреть издали. И сейчас напишем. Розовый, коричневый. Избавляемся от белого холста. Черный можно взять. Где-то здесь он у нас предполагается. Розовый с охрой. Мастихин может вышкребывать краску, и благодаря этому вышкребыванию находим элементы рисунка розы. Перемалываю фоновое пятно розовый с желтым. Лист. Этот лист вот. Если вы на каком-то этапе видите, что у вас красиво и не чувствуете силы развить красоту, лучше оставьте на том этапе, на котором уже красиво. Чтобы потом не запутаться. Показываю вам цветок. Сейчас мы увидим его. Так, с какой стороны? Ага, вот, вот он, вот этот лепесток. Ну, только чуть другое освещение, потому что мы специально его осветили для этой. Здесь близко к тому, но чуть не так. Ну, вы видите, что это он. Ой, какой хорошенький. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, еще у него, оказывается, есть аж вот такая длинная. Так, хорошо. Все, друзья, пробуйте, если у вас есть цветы, освещайте красиво, пишите собственные. И здесь, конечно, концепция – это вот прозрачность. Был направлен мощный свет, чтобы произошла вот эта прозрачность, которая высветила сердцевину. Пишите на здоровье!